Здравствуйте, я приветствую вас на канале Ольга Санторо. С вами, как всегда, Ольга. И тема нашего расклада сегодня. Что за мужчина часто думает о вас? Кому вы очень сильно нравитесь? Итак, мои дорогие, давайте начнем. И посмотрим. Вы сейчас, вы в сегодняшнем дне, информация о вас резонирует. Интересно, смотрим. Нет, выбирайте, пожалуйста, другое видео. Итак, вы сейчас, вы в сегодняшнем дне, информация о вас. Вы сейчас. Ух ты. Ну что ж, элегантная, интересная женщина. Всегда имеет выбор, всегда имеет свое мнение. Очень остроумом, вероятно, имеет прекрасное чувство юмора. И в том числе и некое саркастичное чувство юмора. Умеет себя очень показать, вести себя в обществе. По сути, на сегодняшний день явно вижу, что вы очень хорошо выглядите, и это приводит к некой зависти по отношению к вам. Очень вероятно, молодость, свежесть, такой вот дух, азарт в этой женщине присущ. Да, на сегодняшний день явно идет момент ни шагу назад. По сути, вы уже показали свою силу, и вижу, что пришлось вам нелегко. Да, очень вероятно, женщина реализована в своих проявлениях, в социальной жизни. Она интересна в разговоре, интересна вообще в сотрудничестве с этой женщиной. И я вижу, что она вот достигла определенного уровня, определенной высоты. Если вы сейчас еще, да, потому что вот нам карты показывают, что это некий момент сейчас. Вы находитесь в некой борьбе, и, возможно, очень даже нелегко отстоять свое место под солнцем, отстоять свой интерес, и чтобы реализовать свои желания. Но у вас вот этой устойчивости ее предостаточно. И поверьте, что ваши конкуренты, ваши какие-то люди, которые так или иначе не заинтересованы в вашем успехе, они все равно отступят, потому что вот их некий потенциал, да, он действительно иссякает. На сегодняшний день я вижу, что вы уже достаточно хорошо себя чувствуете и достаточно хорошо уже определили, чем бы вы хотели заниматься, чего вообще вы хотите в жизни. Да, я вам скажу, что женщина очень привлекательна. Вы умеете подобрать цвет в стиле, в своем таком собственном интересном вкусе. То есть здесь человек очень таки имеет вкус, имеет свой стиль. Ну, давайте посмотрим еще. Вы сейчас, вы в сегодняшнем дне. Гармоничная женщина. Вот умеете вы подобрать меру. И я бы здесь сказала, даже есть такой момент. У вас всегда есть что сказать. Но и есть то понимание, а стоит ли. Да? Стоит ли бросать бисер, да, перед этими людьми, или все же лучше остаться при своем мнении и вот как-то, знаете, дипломатично обойти ту или иную острую ситуацию. Хоть я вижу, что вы очень даже ориентируетесь во многих вопросах, я бы здесь сказала, что женщина умеет поддержать беседу на любую тему, даже если где она не совсем, да, знает, да, вот тему вот именно разговора, опираясь на свою мудрость, на свой интеллект, очень даже можете произвести прямо яркое впечатление, и очень вероятно, что люди вас окружающие прямо видят, что, ну, вот этой женщине все под силу, да, и все она как-то знает, из любой ситуации она может выйти, и очень таки эрудированная женщина, гармонична в своем внешнем виде и в своем внутреннем состоянии. Ну, давайте посмотрим еще. Умеете подобрать меру, умеете понравиться, умеете найти подход к любому человеку, даже с очень таким непростым характером. То есть вы умеете, вы знаете, где нужно затихнуть, а где действительно пришло время высказать свое мнение и отстоять свою позицию. То есть у вас очень такой дипломатичный подход, ну, такая женская мудрость, она вам прямо присуща однозначно. Вы на сегодняшний день немножечко, знаете, такая островатая, то есть, знаете, такая немножечко защитная реакция у вас есть, очень, очень может быть. И под этим щитом, под этой броней, под этим мечом, да, вы прячете свою нежность, свою романтичность. Вот вы открываетесь только вот прямо любимому человеку, тот, который заслужит ваше доверие.
А вы сами по себе, вот сейчас карты вас показали, вот немножечко настороженной, да, в некой обороне стою и закрываю сердце мечом. При своей красоте, да, особо вы к себе не подпускаете. Очень вероятно, да, что есть ухажеры, да, и не один, есть некие мужчины, которым вы очень-очень интересны, но как-то, ну, возможно, не совсем то, что вам нужно, не совсем то. Вы знаете, здесь прямо такое желание вот встретить вот этого, знаете, нужного человека, потому что в окружении есть много мужчин, но пара ли они вам, да, вот в чем вопрос. Давайте посмотрим еще, вот сейчас. Но вам сопутствует удача, и, возможно, сейчас вы в некой такой борьбе, да, своей, вы действительно запускаете некое колесо фортуны в своей жизни, некую удачу в своей жизни. Вообще, эта карта показывает некую неизбежность удачного исхода в вашей жизни, то есть очень где-то близка фортуна в вашей жизни. Да, очень я вижу сейчас борьба, сейчас, возможно, какой-то непростой период, и хочется отстоять некую свою позицию, свое место под солнцем. Возможно, у кого-то даже есть какие-то срочные дела, которые вот сейчас решаются, и существует состояние немного, да, такая забеганная, немного вы взваливаете на себя действительно, но лишь в том желании достигнуть большего, достигнуть лучшего. Очень вы даже хорошо понимаете, чего вы хотите. А здесь женщина действительно создает вокруг себя красоту, создает вокруг себя гармонию и определенный уровень жизни. И естественно, что такая женщина в пару хотела бы человека соответствующего. Да, ну то есть тоже амбициозного и тоже очень такого пробитного. Но я вот вижу, что ваши некие действия, ваша вот нынешняя борьба, возможно, какой-то период, у кого-то может быть даже и непростой, но так или иначе, это некое начало вереницы прекрасных событий в вашей жизни. То есть вы сейчас запускаете колесо фортуны в своей жизни. Да, колесо перемены в своей жизни. Угу. И очень даже я вижу, девочки, смотрите, мы, конечно, смотрим на мужчину, который думает сейчас о вас, и я вижу, что некая перемена, да, у вас вот по личной жизни конкретно идет. У кого-то это может проходить даже не так нынешнее, да, ваше окружение, как новое знакомство. То есть вам очень вероятно идет новое знакомство с мужчиной, с таким, знаете, победителем, с таким очень уверенным, классным человеком, который вам очень-очень понравится. Ну, то есть, да, вам идет новое знакомство, девочки. Человек, с которым вы, возможно, еще не сталкивались, не пересекались еще пока что в вашей жизни. Но вот новое интересное знакомство, оно вот с мужчиной очень даже здесь считывается. Ну, давайте посмотрим сейчас, сегодняшним днем вы, ой, присуща некая усталость, знаете, хочется уйти, прям убежать от неких, знаете, скользких персонажей вообще в своей жизни и в своем окружении. Есть здесь такой момент, как вынужденное общение с людьми, которым вы не доверяете, которым вы не верите. Но так или иначе, вынуждены с ними общаться. И вот хочется каких-то перемен, хочется вот смены обстановки, смены окружения, уйти просто вот от того окружения, которое, возможно, сейчас есть у вас. Это может быть какой-то особенный персонаж, да, который все время норовит как бы заглянуть, скажем так, в вашу жизнь. Заглянуть, постучаться, напомнить о себе. Это очень может быть ситуация, которая уже вами прожита. Но человек вот как-то, вот знаете, все ищет какой-то отмычки, неправильного пути, отмычки какой-то ищет. И я вижу, что вам бы хотелось, да, вот прямо войти в новое знакомство, в новые отношения, чтобы наконец-то вот окончательно оставить вот это все позади. Возможно, и дал понять, да, вот этому человеку, что ему уже ничего не светит. Но я вижу, что есть такой вот ваш окружении персонаж, который вот все там что-то заглядывает за вами, толку, знаете, мало, но вот все заглядывает. Ну давайте посмотрим еще. Вы сейчас, в сегодняшнем дне, очень одаренная женщина, я даже не побоюсь того слова, женщина, которая очень развита, вообще ее энергетическое состояние, и я бы даже не так сказала интуиция, потому что здесь не совсем это слово подходящее, это больше вот энергетическое состояние человека. Очень-очень уже такое
проработанные, да, проработанные, где-то какие-то трансформации пройдены. Здесь женщина мудра, действительно мудра, очень прозорлива, очень где-то высоко она уже вышла, да, на определенный уровень. Да, на сегодняшний день женщина находится в определенном каком-то периоде решений. И многое еще скрыто, да, но уже прописано в книге вашей судьбы, но еще как бы от вас скрыто. Да, сейчас находитесь как на лезвии ножа. Очень-очень может быть, что не отказались бы вы от некой помощи, от некой поддержки. Но вот так вот сейчас пока что рассчитываете на себя и в желании удержать определенный баланс своей жизни, удержать ритм своей жизни. И, конечно, хотелось бы улучшений. Женщина очень мудра, и вы перед тем, как вот вынести какое-то решение, вы даже очень так склонны анализировать ситуацию от и до. Особенно вот касаемо личной жизни и отношений. Однозначно я вам скажу, что вы мужчинам очень нравитесь. Здесь у вас очень вероятно есть какой-то и тайный поклонник, и какой-то, знаете, нерадивый, который все ходит, заглядывает там. Но, возможно, вам хочется чего-то вот ровни, да, для себя определенной ровни. И да, некое будущее, как бы, знаете, несет сюрпризы для вас, несет для вас сюрпризы, несет для вас подарки. Одним из них будет вот это новое знакомство, да, которое очень-очень сильно повлияет вообще на вашу жизнь. То есть я бы здесь сказала, да, заявлена одна у нас тема расклада, но очень не проходит, вот вы на пороге какой-то перемены по личной жизни. Очень такой интенсивной и классной. И здесь проходит вот такая ситуация. То, что сейчас скрыто, проявится и даст тебе силу в партнерских отношениях. То есть очень проходит ситуация, что вот появится в вашей жизни такой мужчина, вот классный мужчина, с которым вы создадите вот такую сильную и классную пару. Но я вижу, что это как некое будущее, да, и будете вы с ним и днем, и ночью. У вас прямо, знаете, такое объединение, как и ночью вам будет классно с этим мужчиной, так и днем вы будете с этим человеком простраивать свое будущее. Давайте посмотрим еще. Еще сейчас, вы сейчас, в сегодняшнем дне. Боже, такая, знаете, внутренняя искренность. И действительно, она как сейчас закрыта щитом, мечом, да, вот этой броней. И где-то, возможно, даже кто-то может вас воспринимать как колкую женщину, как женщину, которая близко не подпускает. Почему? Да потому что вы видите, потому что вы уже по глазам считываете человека и знаете, чего от него ждать. И не собираетесь тратить свое время на какое-то пустое. А внутри это нежная маленькая девочка, да, которая желает искренней чистой любви, которая готова поверить и готова любить. Как бы вы даже сейчас не считали, что вы уже сыты по горло, что у вас уже этих шрамов и ран хватает предостаточно, но ваше подсознание, ваше внутреннее естество, оно желает любить. Здесь очень много внутренней вот этой женской любящей энергии. И здесь, знаете, хочется прямо как выплеснуть вот эту нежность, где-то нерастраченная, накопленная женская сила. Ну, давайте посмотрим. Посмотрим. Да, и что-то из вашей жизни уходило. Что-то, да, как-то что-то уходило, да, оставляя за собой какие-то сомнения и какие-то разочарования. Но и вместе с тем осталась вот эта вера в новые чувства и в новую любовь. Да, возможно, на сегодняшний день присутствует ощущение одиночества. Хоть эта женщина окружена любящими людьми, хоть эта женщина хороша, эффектна, модная, да, и вообще, да, вот со стороны посмотреть, так у вас вообще все в шоколаде. Но никто не знает ваших внутренних переживаний, никто не знает ваших раненых, да, шагов. То есть очень где-то человек, прошедший определенные какие-то вот, знаете, испытания в своей жизни.
И вы знаете, за эти испытания вы будете одарены. Вы будете одарены настоящими чувствами и очень крепкими, классными отношениями. Да, сейчас женщина уже 8 раз отмерю, чтобы один раз принять определенное решение. Где-то пристально присматриваюсь и не хочу очаровываться, что все очень хорошо. Хочу видеть, да, вот эту ложечку дегтя, чтобы сориентироваться вообще в ситуации и понимать, с кем, с каким человеком я имею дело. Но здесь, знаете, такой предельный реалист где-то предельный реалист. И кто-то подумает, что вы очень далеки от романтики. Но это очень-очень большое заблуждение, потому что эта женщина, она настолько откроется красиво, и настолько вот это вы будете просто удивлять и очаровывать своего партнера, своего любимого человека. Потому что от него, от любимого мужчины, да, все будет романтично, да, и какие-то его шаги к вам, и какие-то проявления, и вы очень-очень романтичная, чувствующая женщина, которая на сегодняшний день просто желает определенной справедливости в своей жизни, определенного баланса и гармонии в своей жизни, потому что быть все время во всеоружии, все время в позиции «я защищаюсь» очень тяжело. Хочется расслабиться, хочется любить и наслаждаться жизнью, а не быть все время в некой борьбе. Ну что ж, мои дорогие, давайте посмотрим на сегодняшний день, что за мужчина часто думает о вас. И, конечно же, мы заденем вот это новое знакомство, которое просмотрелось нам. Давайте посмотрим на сегодняшний день, что за мужчина часто думает о вас. Что за мужчина часто о вас думает? Мужчина, у которого однозначно есть к вам симпатия. Вот вы ему очень нравитесь. Нравитесь как женщина безумно. И он где-то на вас прямо засматривается, да, вот так вот, теряя ориентир, да, чуть-чуть голову не сломит, так за вами засматривается. Но да, я бы сказала, что сейчас этот человек задумывается над тем, чтобы нарушить некую тишину, чтобы нарушить некое вот это вот спокойное общение с вами и перевести в что-то более значимое. По сути, я бы сказала, что вы его будоражите, вы его пробуждаете как женщина, вы какую-то, знаете, волну энергии все-таки излучаете, и этот человек, вот он действительно подвластен вашей энергии. Этот мужчина влюблен. Да, это такая влюбленность. Влюбленность, которая его сейчас пробуждает. Давайте посмотрим еще, да. Да. Ну вот смотрите, у вас с этим человеком, знаете, вот на сегодняшний день, как пробуждение, как некое возникшее что-то, возможно, новое, новое какое-то вот прямо начало. Какая-то конфликт, да, человек пока что в неком конфликте с самим собой, желает, возможно, где-то умиротворить свое внутреннее состояние, потому что вот начинает клокотать чувство в этом мужчине. Я вижу, что он может вас уже ревновать, этот мужчина. Здесь, смотрите, здесь у кого-то может проходить ситуация, что вы сейчас находитесь на определенном расстоянии, немножечко, возможно, живете разными жизнями, в разных мирах. Возможно, вы даже пересекаетесь где-то вот по работе с этим человеком, или это какое-то знакомство компаниями, да? Но я не вижу, чтобы вы вот так сейчас прямо интенсивно с этим человеком общались. Больше мне проходит, что вот знаете, это какое-то вот встреча с вами, это такое пробуждение для этого человека. И вот он намерен действовать, да, то есть он хочет посражаться за ваше сердце, за вас как за женщину, за вашу любовь. И вы знаете, как-то оно действительно вот в таком вот порядке каком-то, знаете, что вот хочет мужчина ваших чувств. Вашей любви, вас как женщину. Интересный вы ему, очень интересный. И здесь, вот знаете, сейчас вот такая борьба с самим собой. Что же мне делать? Хорошо, почему ты вот находишься в такой борьбе, да? Но это новое. Потому что вот как-то вот этот человек не знает, как ему с этими новыми чувствами вообще справиться. Но я вам скажу, что да, есть мужчина, который вот, у него влюбленность сейчас к вам. Сказать, что это вот такое прямо чувство глубокое, осознанное, вот я не могу. Это более такое где-то чувство, которое толкает человека на спонтанные какие-то
поступки, вообще не свойственны этому человеку. Здесь очень может проходить новое знакомство, где вы произвели очень яркое впечатление на человека, и здесь может быть знакомство и делового плана. Мне так проходит, знаете, немножечко как компаниями некими, да, это какое-то знакомство, возможно, человек новый для вашего окружения, а возможно, человек, который уже определенное время наблюдает за вами, но вот у него сейчас появились какие-то новые чувства к вам, да, и вот такая вот внутренняя какая-то метаморфоза с человеком сейчас, когда он, по сути, уже понимает, что он проиграл в схватке с своими чувствами. Ну хорошо, покажи нам себя, да, вот он ждет какой-то встречи с вами, очередной, вот я бы здесь сказала, что да, может проходить ситуация, что вы сейчас общаетесь на расстоянии, возможно, это какая-то переписка, это какие-то случайные встречи пока что с этим человеком, возможно, уже вот какая-то завязочка у вас есть с этим мужчиной. И здесь я скажу, что это что-то новое, да, или какие-то новые чувства для этого человека. И идет ситуация, что ждет мужчина с вами встречи. Ждет встречи. Ну, давайте посмотрим. Покажи нам этого мужчину вообще, что он из себя представляет, этот человек. Кем он является, что он из себя представляет. Ух ты, и сразу у нас вышел король пентаклей. Так мне, знаете, вспомнился расклад один, где вот эта карта тоже выпадала, как, знаете, знакомство с мужчиной. Вышел у нас прямо он собственной персоной. Знаете, очень такой, возможно, где-то немногословный, но человек ресурсный, человек-мужчина с шармом. Я бы здесь сказала, что мужчина где-то вам подходящий по возрасту, может быть постарше вас, может быть немножко помоложе, но очень как-то он прямо фундаментально завис на вас. И здесь мужчина желает создать некую благоприятную ситуацию, чтобы вот как-то проявить свои чувства по отношению к вам. Этот мужчина может себя проявлять очень по-разному. И где-то за вот этим таким спокойным нравом, да, кроется вот такой настоящий хищник, человек, который своего не упустит, и тем более не упустит своего в чувствах. От него могут последовать очень где-то такие активные и непредсказуемые шаги, которые очень вероятно вас могут удивить. Это стабильный человек с хорошим ресурсом, с хорошим вообще состоянием общим. Вы знаете, что мужчина, который бедным не будет, он умеет зарабатывать, и вышел он прямо нам непосредственно королем. Человеком, который вот уже достаточно осознан, да, это не такой мальчишка, это мужчина, с которым действительно можно начинать некие отношения. Но и как и у вас, так и у него есть какая-то вот что-то за спиной, то есть какая-то своя личная история, какие-то свои личные переживания. И здесь я вижу, что, возможно, этот человек как-то уже и не подозревал, что он способен на такую бурю эмоций. Но я вижу, что вы действительно его как пробудили, да, пробудили некое спящее чувство. И вот человек, вот я вижу, что он намерен действовать к вам. Очень даже в желании какой-то новой встречи с вами. И чтобы вот это некое начало дало старт новому циклу в его жизни, новому периоду в его жизни. Ну, я вам скажу, что да, этот мужчина о вас мечтает. Мечтает как о женщине, любимой и любящей. Мечтает и очень много думает о вас. Так что да, я вижу, что действительно. И вот здесь действительно может быть как и новое знакомство, так и человек, который как-то изменил свое мнение о вас. Понимаете? То есть вы, возможно, общались с ним, но что-то произошло, и как-то вот он прямо как проснулся из сна, да, и как-то он вас заметил, он вас как-то увидел по-новому, то есть здесь тоже такая ситуация может быть. Это может быть связано элементарно, девочки, элементарно с какой-то вашей минимальной даже трансформацией, то есть вот весна, и вы как-то вот уже сняли, скажем так, зимнюю одежду, одели красивое платье, или вот прямо хорошенький такой наряд, да, свежая, красивая, вообще обновленная, да, к новому сезону, и этот мужчина прямо заметил вашу искорку, заметил вас как звездочку, как женщину, которая вот прямо хороша собой безумно, и вот у него прямо вот не выходят эти мысли о вас, не выходят из головы. Ну давайте посмотрим, что же такое случилось, что
Что это было за такая ситуация, когда этот человек буквально вас заметил? Давайте посмотрим. Что это была за ситуация вообще? Ой, старший аркан Солнца. Ну, это прямо яркая вспышка, я бы даже так сказала. Яркая вспышка, и мужчина действительно вас буквально заметил. Буквально вас заметил. Как-то вы изменились, и он это заметил. Я вам скажу что-то с вашей внешностью, да? Вот что-то с вашей внешностью. Прямо очень вы как-то приглянулись ему. И он, возможно, для кого-то это и новое знакомство, для кого-то это ситуация, как вот где я был, Боже, я же видел эту женщину и не раз. Как я мог возле себя, да, пропускать вот такую красивую женщину? То есть я явно вижу, что вы буквально ему как приглянулись. И сейчас мужчина думает о вас, и мысли его достаточно уже глубоки, мысли, которые уже его пробуждают на некие действия. И хоть, возможно, здесь еще какая-то, да, внутренняя неразбериха, но человек уже готов вот действительно делать какие-то даже очень спонтанные, по вашему мнению, шаги. И я вам хочу сказать, вы не думайте, что это спонтанно. Это некая уже очень даже глубоко продуманная ситуация. И я бы сказала, что здесь мужчина, знаете, все-таки король Пентаклей, он такой. Он умеет быть полезным, интересным всегда, когда он нужен. То есть здесь может проходить ситуация, что человек как-то будет стараться помочь вам где-то проявиться и быть вам интересным вообще. Ну давайте вот посмотрим. Этот мужчина вообще свободен действовать к вам? Нет ли каких-то нюансов, да, о которых вам, ну, стоило бы знать? Свободен ли этот мужчина к вам проявляться или там какие-то свои личные хвосты еще существуют? Давайте посмотрим. По справедливости, вы знаете, очень даже и да. Очень даже. Он по справедливости готов проявляться к вам и готов с вами вот выстраивать нужные отношения. Я вам скажу, что да, эта ситуация показывает какое-то вот прямо четкое решение мужчины по поводу вас. На проявление чувств, на какую-то, знаете, такую значимую перемену в своей жизни. Да, он прекрасно знает, что ему как-то вот нужно вас добиваться, нужно вам доказать. Да, потому что есть здесь момент, что нужно заслужить ваше доверие. Просто так, знаете, вот как-то... не так легко добиться вот этого доверия от вас. И здесь мужчина, знаете, как-то вот хотел бы с вами поговорить, чтобы что-то вот решить, прямо как человек на разговор хочет выйти. Вы знаете, готов ли он проявляться? Да. Да, готов. И да, очень даже по справедливости, очень даже с открытым чистым сердцем по отношению к вам. И здесь прямо, как знаете, желание договориться, поговорить вот здесь, да, с этой стороны, чтобы идти вместе через мост в счастливое будущее. То есть здесь человек хочет очень с вами такого искреннего разговора, хочет с вами поговорить, этот мужчина. Давайте вот здесь посмотрим еще. Характер этого человека, вот просто меня прямо почему-то вот именно сейчас, давайте посмотрим, этот мужчина, его характер, покажи нам, да, подойдет ли этот человек вот этой женщине, какой он в характере, в проявлении вообще к ней будет, ну, активный, ну, вы знаете, по характеру вышел старший аркан маг, этот человек очень способен, он действительно может работать в любой сфере, то есть касаемо и торговли, каких-то документов, и что-то делать руками, то есть этот человек очень умен и очень где-то востребован, является мастером своего дела, по сути своей человек, который умеет приспособиться в любой ситуации. И вы знаете, по отношению к вам он очень активно настроен, этот мужчина. Очень активно настроен. Он имеет некий жизненный опыт и имеет такую немножечко и самоуверенность, да? Но вот он насчет вас хочет прямо отношений. Четверочки жезлов желает. И знаете, он как выжидает какой-то возможности. Я вам скажу, что он не то, что будет ждать возможности, он будет создавать вот эту возможность так или иначе. То есть он или будет как-то... предлагать свою помощь, свою поддержку, как-то вот будет приближаться к вам этот мужчина. Здесь есть такой момент, этот мужчина понимает, что если он пойдет в лоб, да, вот так вот напрямую,
не зная, что происходит в вашей жизни, что происходит в вашем сердце, он очень большая вероятность может наткнуться на отказ. И поэтому этот мужчина будет как-то приближаться к вам, уплотняя ваше общение, в желании как-то и быть интересным, и полезным. Он не будет спешить. У него цель, знаете, вот как-то узнать вас побольше, поглубже, ну и, естественно, вами любоваться. Очень уж хороши, очень уж нравитесь этому человеку. И по характеру, да, этот человек, он вас еще удивит. То есть, то ли еще будет, да, он вас еще удивит, но его цель действительно отношения с вами. И этот человек, он будет налаживать с вами связь, он будет с вами вот как-то общаться, да, все побольше, чтобы вы его узнали, чтобы он вас узнал, чтобы узнать, что вам нравится. И вообще, знаете, он все будет очень так на заметочку брать, и все это будет воспользовано, чтобы где-то вас очаровать. Да, здесь такой момент есть. Ну что ж, давайте вот посмотрим. Давайте посмотрим дальше. Давайте посмотрим. Что этот мужчина вообще вот о вас сейчас думает? Потому что явно идет, что думает о вас. А что ты думаешь об этой девушке? Что ты о ней думаешь, об этой женщине? Что ты о ней думаешь? Ой, ну вы знаете, во-первых, что вы ему... Здесь такой момент, хоть бы не потерять контроль над ситуацией, да, контроль над своими чувствами, потому что, ну вот просто уносит, меня просто уносит, очень вы его притягиваете. И вы знаете, здесь не только такая безрассудная какая-то влюбленность, здесь человек очень даже где-то прагматичный, и он, наблюдая за вами, понимает, что вы ему очень подходите. Что вот как женщина, как партнерша, как человек на будущее, вы ему очень подходите. И такая, знаете, вот как с этой женщиной можно, да, строить отношения, строить будущее. Он это все где-то осознает и понимает. И это говорит о том, что человек очень даже где-то и серьезно воспринимает вас как женщину, как личность. Хоть на сегодняшний день я бы сказала, что максимально привлекает его именно ваша внешность. Ну, давайте посмотрим, что думаешь о ней, что о ней думаешь. Да, да, вот это, знаете, вот старшие арканы идут. То есть это говорит о том, что человек действительно очень много о вас думает. И здесь проходит момент, что вот старший аркан звезда показывает, что ну очень нравится женщина, очень нравится. Действительно, есть некая высота, возможно, некая не может, да, дотянуться пока что. Но мужчина вас много думает и много мечтает. И ваша внешность, она, конечно, очень сильно его привлекает. Да, эта карта показывает некую немножечко, знаете, чуждость пока что, но... Как не знаю я ее хорошо, да, не чувствую я ее пока что, но нравится, глаз не оторвать, вот так бы и любовался ей. Вот мне прямо проходит, знаете, вот как хочу встретить, хочу увидеть, хочу на нее посмотреть. Нравитесь вы очень этому человеку. Давайте посмотрим еще, да, что думает мужчина о вас. И вот опять, знаете, вот как борьба некая. Борьба. Что это за борьба? Что это за борьба? Ну, вы знаете, этот мужчина готов что-то в своей жизни оставить и идти к вам. И, возможно, да, эта ситуация еще сейчас находится в неком накаленном состоянии. То есть отношения с вами тянут некую перемену в его жизни. Некую, знаете, некое вот такое внутреннее сражение. И смену вообще интересов, смену вообще какого-то видения будущего. Возможно, этот человек, да, с таким вот уверенностью, что отношения это не так просто, да, возможно, этот человек как-то не имел особых планов сейчас входить в отношения, но вот появление ваше в его жизни, оно очень даже так все меняет в нем. Этот человек понимает, что вот, возможно, какие-то свои убеждения он готов оставить для того, чтобы идти с вами вот в новое, чтобы с вами начинать классные отношения. Ну, давайте посмотрим еще, да, одну карту вот сюда. Ну, вот по справедливости, как взвешивает человек все. Но я вам однозначно скажу, что вот он понимает, что
это важно для него, что вы важны для него, что из этой такой вот симпатии на сегодняшний день он действительно готов с вами вот выстраивать некие отношения. Ну хорошо, давайте посмотрим еще, что думает о вас этот мужчина, что о вас думает, что он о вас думает сейчас. Ой, девочки, король кубков, а действительно думает, думает, хочет очень вам понравиться, хочет произвести впечатление на вас этот мужчина, да? И вот он сейчас, знаете, как ищет правильного пути, понимает, что очень легко войти в некую тупиковую ситуацию, не зная вас, знаете, идти как-то вот в лоб, скажем так, и где-то попасть в просак. Я бы сказала, что этот человек так или иначе имеет доступ к некой информации о вас. Возможно, вы где-то учитесь вместе, вместе где-то там отдыхаете, в каких-то дружеских компаниях, да, общаетесь с этим человеком, или уже находитесь в переписке, но этот человек как ищет вот правильного пути. Да, он понимает, что, знаете, как болит голова вообще, знаете, кружится голова, от вас кружится голова. От вас буквально кружится голова. Я вам скажу, что да, ситуация немножечко усугубляется, и ему хотелось бы некую подсказку, да, чтобы вы ему дали какую-то подсказку. Есть ли у него шанс? Или вот это все-таки тупиковая ситуация для него? Ну, давайте посмотрим еще, что этот мужчина вообще, как он вас видит, как воспринимает. Вы знаете, здесь есть ситуация... Очень ваша внешность вот нравится, лицо, глаза, ваши волосы, ваш рост, да, потому что здесь явно идет, что он пересекается с вами, он где-то вот четко понимает ваши какие-то параметры, и вы ему очень нравитесь. Ему очень нравится то, как вы транслируете себя миру, как вы преподносите себя, как вы себя проявляете и показываете, то есть вы очень ему импонируете. Здесь прямо я вам четко скажу, что люди со стороны, возможно, уже и замечают, что этот человек буквально с вас не сводит глаз. И, возможно, сейчас еще есть некие ограничения, еще есть такая немножечко острая ситуация, и тяжело найти к вам подход, но этот мужчина прямо, ну, хочет вам понравиться. Да, возможно, сам понимает, ну, знаете, как-то вот думаешь ли ты, давайте посмотрим еще, почему-то, как она меня воспринимает, да, то есть, как она меня воспринимает, я хочу как бы знать, как она меня воспринимает, давайте посмотрим. По твоему мнению, да, как вы его воспринимаете вообще? Как вы воспринимаете его? Ой, вы знаете, что это такая вот ситуация, за которую еще нужно побороться, да, за этот шанс нужно побороться. Давайте вот здесь спросим, если вы уже встречались с этим человеком, пересекались с этим человеком, как вы его сейчас воспринимаете, вы, ваше мнение о нем, если вы этого человека видели, пересекались с ним и вот как-то знаете, о ком идет речь. Давайте вот возьмем такую подсказку, что вы о нем думаете сейчас. Что вы? Ух ты! А вы знаете, прямо так шестерочка жезлов, то есть он такой победитель, вы его четко замечаете. Этот мужчина вам интересен, он для вас заметен. И я бы даже сказала, что ну, вы видите его достаточно таким человеком, который заслуживает шанса, да, который заслужит, который вам интересен и он вам нравится. То есть я бы сказала, что, возможно, вы на сегодняшний день не рассматриваете его как мужчину, да, для отношений, потому что я вижу, что некие шаги с его стороны, они еще впереди. Но для себя как-то отмечайте, что этот мужчина достаточно, вот прямо по шестерочке жезлов, интересный мужчина для вас. И, возможно, из многих мужчин вы его все-таки выделяете как мужчину интересного, да, своей внешности, своей харизмой. Ну, по сути, вам. Ну, давайте посмотрим еще, как вы его на самом деле, да, вот сейчас, как бы, как подсказочку. Король кубков, то есть, я вижу, что вы очень даже и заинтересованы в шагах со стороны этого человека.
Да, вот этот победитель, он говорит о том, что ну ты уже как некий какой-то, да, тур прошел, уже некий первый отбор ты прошел. То есть я вижу, что вы его действительно выделяете из множества мужчин, и он вам нравится, да, как мужчина, он вам интересен. Да, вполне, знаете, интересно посмотреть на твои планы, как ты откроешься, да, как ты будешь действовать. Ну и будем смотреть дальше. То есть я вижу, что этот мужчина вам интересен, очень даже, да, то есть вы его замечаете, для себя определяете, что это интересный мужчина. И где-то даже вот в ожидании неком, да, что будет дальше. Что будет дальше. Посмотрим, да, что из этого всего вызреет. Ну, хорошо. Этот мужчина вообще, что он... Давайте посмотрим, да, у нас там был момент, что человек хочет с вами прямо поговорить. Вот давайте вот этот момент посмотрим. О чем ты хочешь поговорить с этой женщиной? О чем ты хочешь поговорить? Как нужен вот какой-то откровенный разговор, да? О чем ты хочешь поговорить с ней? Вот прямо непосредственно с вами прекрасной. Боже, как к этой женщине вообще подойти? Она ведь вообще на троне и так хороша. В своих мыслях. Здесь еще нужно заслужить, чтобы вы вообще обратили на него внимание. В своем каком-то, знаете, своей жизненной вообще обстановке, как бы это прорваться вообще к ней. Но я вижу, что вы ему безумно нравитесь. Такая эффектная женщина, хороша собой, безумно, безумно. И, знаете, транслируете определенно очень яркую энергию. Мужчина ее уловил, да, он ее уловил, и где-то она его прямо манит. О чем ты хочешь с ней поговорить? Вот действительно, вот непосредственно идет как стремительный разговор. И здесь идет такая ситуация, не могу сопротивляться, да, вот своим мыслям, не могу сопротивляться своему желанию вообще поговорить с этой женщиной. Хочу, чтобы вот она непосредственно обращалась ко мне, смотрела мне в глаза. Боже, девочки, здесь мужчина действительно очень хочет разговора. И вы знаете, что этот разговор, он для вас, возможно, где-то будет иметь неожиданный вообще проявление, неожиданный результат. О чем ты хочешь поговорить? Девочки, о любви. О двоечке кубков хочет поговорить. То есть здесь непосредственно признаться вам. Признаться вам в чувствах своих хочет мужчина. Что вы ему нравитесь. В желании такой, знаете, вот прямо взаимности. Но я вам скажу, что действительно этот разговор, он как-то будет на правильной волне. То есть... Какой-то правильный подход будет вообще от этого мужчины, и на правильной волне вообще этот разговор пройдет. Ну, вы знаете, да, вот на дне колоды страх, страх, что будет, знаете, иной вариант, иной результат. То есть этот мужчина хочет с вами поговорить о любви и очень боится вот вашего некого отказа. В большой надежде, да, по иерофанту, что все-таки, ну, вот этот мост между вами, он создастся, и некий контакт, да, действительно будет с отличным результатом. Здесь я вижу, мужчина прямо... хочет с вами поговорить и действительно, вы знаете, как объясниться в своих чувствах. А для того, чтобы объясниться в своих чувствах, это будет не один разговор. Это будет вот действительно, знаете, как против всего мира, не имеет значения, кто что говорит и кто что думает, да, вот я вот мчусь к ней, хочу приблизиться к ней, хочу быть рядом с этой женщиной, потому что иначе я не могу поступить, мне не дают мысли, мне не дают чувства. Такое вот сильное желание взаимности от вас, прекрасно осознавая, что вы можете ему отказать. И это просто, знаете, печаль, от которой он сейчас хочется спрятаться, ему хочется, да. То есть он как бы понимает, что это возможно, но отбрасывает от себя эти мысли в надежде, что все-таки, да, вот эта взаимная любовь состоится. Хорошо, давайте посмотрим еще шаги этого мужчины по отношению к вам вот на ближайшее время, какими они будут. Ой, девочки, старший аркан император, это радует, это прямо радует, потому что я бы сказала, что человек готов как-то, ну вот серьезно подойти к вашим отношениям, к вообще к вот этим шагам. Эта карта, конечно, она такая, хочу, чтобы была моя, вот она непосредственно такая, то есть мужчина, да, уже в мыслях, с которыми он будет идти в вашу жизнь, да, хочу, чтобы была моя.
Ну, давайте посмотрим еще твои действия. Это действительно очень стоящие действия. Это классные проявления созревшего, такого достойного мужчины, которому стоит, вот знаете, действительно как-то дать шанс какой-то вот поговорить. То есть я вижу, что от него очень правильные такие шаги будут в вашу сторону. Да. Вы знаете, здесь такая, знаете, из огня до воду, да, вот такой вот момент. То есть... Его шаги, знаете, с одной стороны такая уверенность, и он вот этой уверенностью, он будет прикрывать свое вот это такое невероятное желание, чтобы вы были с ним. То есть ты мне так нужна, что просто караул. Да, девочки, вот смотрите. Ты мне очень-очень нужна. Девочки, я вам скажу, что да, шаги очень классные, направлены на десятку пентаклей, то есть на классные отношения с вами. Я вам скажу, что это некое такое подсознательное его состояние сейчас. На сегодняшний день это такое вот вижу, красивая, и вот хочу на нее смотреть, хочу, чтобы она говорила со мной, да, смотрела мне в глаза. И вот на сегодняшний день на этом немножечко так, знаете, зациклились его мысли. Но в процессе вот некого общения с вами, я вам скажу, что здесь очень большой потенциал на развитие, прекрасное развитие этих отношений. Но все же, давайте посмотрим, чего вообще вам ждать вот в отношениях с этим мужчиной. Давайте посмотрим. Ой, чего ждать? Ох, девочки, какой букет цветов. Мужчина будет, знаете, прямо как уперся. Ну, очень вероятно, это земные знаки зодиака. Это такой прямо пентакливый король, да, который вот если он уже себе вбил что-то в голову, вот его никто не переубедит. Я бы сказала, что этот мужчина очень усердно будет, так знаете, действительно за вами ухаживать и добиваться вашего внимания, вашей любви. Что вас ждет вообще в отношениях с этим мужчиной? Что вас ждет? А человек непосредственно как-то, знаете, после работы забрать. То есть я вижу, что вы очень даже близко. И сам на работе о вас думать и как-то позвоните еще один раз. То есть вам не придется ждать от него каких-то шагов, ждать от него вот этого звонка. Или звонить первой, да, потому что уже вот нет никаких сил и хочешь какого-то определения. Здесь человек будет очень активен в этом плане. И он не даст вам возможности где-то заскучать, где-то вот. Знаете, впадать в какие-то свои внутренние терзания, размышления, нужно ли оно мне. То есть здесь мужчина будет достаточно настойчив, да. Но, девочки, здесь вот эта наша ситуация, которая нам выходила в самом начале, о вашем новом каком-то знакомстве, потому что... Что бы этот мужчина ни делал, как бы он ни старался, но все равно выбор за вами. И нет такой ситуации, которая, возможно, очень бы была желанна этим мужчиной. Чтобы вот он и все, и вокруг вас больше никаких мужчин и никаких, да, ухажеров. И вот он один лучше всех. Все же, как бы он ни старался, как бы он ни проявлялся, все равно я вижу, что у вас есть выбор. Потому что вот это новое знакомство, оно вот. И чем дольше он там вот еще в своих какой-то борьбе внутренней, в своих каких-то разборках, тем ситуация становится все острее. Потому что я вижу, что вот время вашего какого-то нового знакомства, оно приближается. Оно приближается. Ну что ж, давайте посмотрим. Вот этот выбор ваш, да, выбор ваш. И вы хозяйка жизни, и вам решать, как вам поступать, как вам действовать дальше. Ой-ой-ой, какой соблазн. Вы знаете, где-то создастся ситуация, которая очень будет злить вот этого мужчины. Очень вероятно, что это вот это новое знакомство, которое вот произойдет у вас, да, какое-то обострение ситуации, но будет. Но я вижу, что вы прямо по справедливости, не привязывая себя к каким-то обязательствам, да, что вы там должны, потому что вы ему нравитесь, вы должны как-то ответить взаимно на его любовь. То есть здесь я вижу, что вы как-то будете рассуждать по сердцу, по справедливости, да, а не потому, что вот кто-то чего-то хочет. То есть это будет ваше истинное желание и ваш истинный выбор. Но он действительно будет. И так или иначе, для кого-то дверь будет закрыта, а для кого-то откроются вот новые шансы. Давайте будем смотреть.
вот это новое знакомство. Пускай буквально несколько карт. Вот этот мужчина, который идет вам для выбора. Давайте посмотрим его. Девочки, а идет для десяточки пентаклей. То есть, вы знаете, что вот это новое знакомство. Боже, прямо на выборе. Прямо кому-то нужно разбить сердце. Кому-то нужно отдать предпочтение. То есть, здесь, девочки, действительно, вы будете решать. Я вам скажу, кого вы выберете, вы за того замуж выйдете. То есть у вас очень близка вот эта ситуация. Кого выберете, за того вы выйдете замуж. И не имеет значения, вы выберете нового знакомого мужчину, да, который войдет в ваше пространство. Я вижу, что там очень интересное знакомство у вас будет. Но вы действительно, да, вот это ваше замужество, да, ваша семейная жизнь в паре, в любви. Но кого-то вы должны будете вот отсечь. И это вот ваш выбор. Это будет ваш выбор, за кого выберете вы вот в этом моменте, да. Вот я бы сказала, это ситуация, которая развернется в вашей жизни в ближайших 4-6 месяцев. То есть это не так долго ждать вам. И здесь, конечно, проходит ситуация, что у вас возникнет такой выбор. И за кого выберете вы в этом периоде, за того вы и замуж выйдете. Вот такая вот ситуация, девочки. А что ждет в семейной жизни? Ну как же мы не спросим? Давайте спросим. Что ждет вот вас в этой семейной жизни? Ах, старший аркан солнца, девочки! Счастье вас ждет в семейной жизни. Кого выберете, за того замуж выйдете. И с тем будете счастливой. Вот такой вот у нас сегодня расклад. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если понравилось, буду безгранично рада. Всем спасибо за просмотр. Пусть этот расклад в полной мере лучшим образом осуществится в вашей жизни. Всего вам самого лучшего. Смелого и благородного человека рядом. Счастья и радости в ваши дома и в ваши сердца. И до новых встреч!